красавчик. Чё-то загадал, а чё есть? Тут так не бывает. Да, походу. О, мячик есть. Кого? Чё, кого? Всем здрасте. Мы, короче, время час дня, на улице жаришка, наконец-то. Но уже тяжело. Вот, Андрюха попозже работает, я распиздяй, поэтому катаемся. Решили вот на этом спотике сыграть Game of Big. Вот такой, короче, поле и грань. Только приехали. Чё, давай скидываться? А? Давай сбрасываться. Давай. Суефа. Суефа. Ну, загадывай. Сразу хода? Ну да. А то мы иначе спилимся. Давай. Бар спил. Ну, давай, давай. Типа на пускаче? Да. А, ну я думал, давай с граньки. Давай, да. Сразу будем погибать. Мы же пенсионеры. Еп. И сюда вот полетел. Ну, блядь, больше боялся. Ну, раз мы раскатываемся, да и больше ничего не умеем. Фибо по граньке и вкатить в подкат. Let's go. Блядь! Что, я лохозавр, конечно, не загадал. Давай. А, у нас, кстати, да, две попытки не загад, поэтому. Фибо хард. Все серьезно, давай. На пулкап. Блин, ну давай. Я ж не умею скользить, ну ладно. Хорош. Все, первая попыточка минус. Зато игра быстро закончится, ты радуйся. Давай, Экстерфан. Так, мулиган, малиган. Сидел буха. Че, одна попытка осталась? Фибал и вкатить вот в тот подкатик. Твою мать! Эй, мама, не трогай. Че ты вообще игра получается отстой? Ничего. Давай Ванетти, Смит, вот переворот с опытом. Ага, давай. Ну, главное, это красиво. Давай, давай. Изящно. Да. Давай, коли попытки кончились, мэнул ванейте по граньке. Вниз, да? Да. Подкат. Погнали. Ух, ёб твою ж. Не хочу это делать. Красавчик. Чё-то загадал, а чё есть? Тут так не бывает. Ай-яй. Экстра шанс. Ай-яй, близко. О, господи, 1-1. Я думал, я сразу вылечу. Чё, придумал загадку? Да, чёрт, попробуй. Давай. Кем со Смитом? Давай, давай, понял. Так, сектор смерти на барабане. Крэнкфлип, с подката, ну, то, что... Вот с этого подката. И трёшка из дропа. И вот с этого дропа. Полетел. Да, выжил. Вообще выжил, жёлт. А, господи, стой. Хорош. Я ещё немало мазохизма, поэтому решили ряду сделать. Ну, я бы засчитал, да. Вот, ну, красиво, надо попробовать.
Вот ну, твою, блядь, реду. Вот так вот. В следующий раз. Я гадаю сюда бар на эту хуйню. Дроп. И с нее Ванетти и Птерсвики. Давай. Есть. Есть. Ну, не знаю. Что думаешь? Давай посмотрим, как получится. Ну, короче, давай ряду, да, мы решили это. Сразу использовать все. Чтобы голова не забивалась. Есть. Ну да, это получше. Бля, началось. О, чувствуешь, как ходов нету, нифига. На мне две буквы, значит. Надо учиться кататься. Хоть уже и сколько пробую. Так, а что я делал до этого? Блин, вот... Ты делал... Тебя тоже? Я не помню. А, крэнкфлип. А, крэнкфлип и трёшка. Вот, да, одна попытка осталась. Ну, давай попробуем еще раз. Давай. Ой, дай-ка эту вкусняху заценим. Да пока ее нет еще. Сейчас начнется. Ой, хорошо. Взбодрился. Экран клипа зло. Пиздец. Короче, я зло. Загадаю еще раз этот крэнклип. Ванетти с этим. Пацанчики. Чуковы. Короче, Ванетти на Смит, на... Опа, Смит. Давай. Ну... Фибл из Ванетти, да, да. Ванетти, да. Ну и стабилочка. Офигеть. С первого раза. Хорош. Так, счет 2-1, Андрюха едет делать фибл из Ванетти. Говорит, не сделает, но умрет. Блядь. Фига, ну ты мне поддаешься, 2-2. Ванетти на фибл, на фейке. Давай, погнали. Я так еще понял, для красоты липчиков поддавали. Давай, для себя. У Андрюхи, да, есть секретное оружие, это випчик, который я не делаю. Сейчас посмотрим. Не пошло. Давай, опыт три с граньки, я типа вообще не уверен. Много расшатал. Да сделаешь ты что-то. Знаю. Да, он у тебя стабильный. Вот мне пиздец. Ну, блядь, кто бы сменил. Блин, да ну почему? Я вот недавно сломал. Да вот, конечно. Я боюсь. Да мне тоже было стрёмно. Да. Я с дропа давно не делал. Ну, блин. Блядь, ну я сейчас я обосрал. Ну ты закрутился хорошо, надо головой до конца смотреть. Ой, почти. Экстрамоликом можно? Да давай, да, добирай. Вот Андрюха мудак. Блядь, он сказал, что мне конец. Я думал, будет VIP. Ну или там найти VIP. А это еще хуже. Посмотрите на эту красоту. Он мне загадывает нолик рэнк. Вот есть это, у этого человека совесть. Ну ладно, я опыт 3 загадал. Хотя я не уверен был, поэтому все справедливо. Ну смотрим. Я сам не уверен, что сделаю. Давай. Да ты сделаешь. Задел, надо смотреть, не знаю. Короче, из-за неумелости кататься, назовем так, загадываю хотя бы то, что умею. Табаган с подката и вот трех. Короче, с крэнклипом то, что я не сделал. Ой, блядь! Твою мать! Пиздец! Ванетти фибл фейк. Давай. Блин, чуть не сдох. Короче, я Врунишке сказал, что умею делать, а сам не умею. Классика.
Ну, я загадаю, наверное, попозже. Короче, надо добрать уже эту линию, мне прям обидно надо сделать. Да как тяжело там вообще, ужас. Ну, мы договорились, да, что Андрюха тобоган не очень делает, поэтому любой засчитаем. Главное треху! Красивую, за меня. Раз я плохо сделал. Норм, норм! Бля, я там, блядь, в этом. Ну да, ну нет, даже такой нормально будет. Да, счет 3-2, и у Андрюхи 3 попытки, поэтому... По-любому сделает. Блядь, надо как будто скопать ее. Ну, типа да, главное быстрее сделать, и все, и треху. Нормально. Во, вот это нормально. Паспорт, фанет или футплент? А, с мэнула, нифига. Ну, ладно, давай. Мяс. Короче, мэнула по фастплент. Вон эти. Нехило, нехило. Короче, ван эти на фибл и на Indian Giver. Я ни разу не делал. Сейчас попробую. Ну, если что, Indian Giver — это когда оппозит ван эти фибла делаешь, я не знаю, зачем так назвали это. Вот так тебе. Говори нормально, опа, ван эти. Проверим все сейчас. Окей, да. Андрюха переменил загад. Мэнул оп ван эти просто. Ай. Зато у тебя есть по две попытки. Точнее, две попытки того и другого. Давай еще раз рискнем. Че сделаешь? Блять, ты должен сказать о пованете. Слышал, он сказал пованете. Да блять! Это вообще-то свое ванете было. Ну да. Короче, да. Пробуем. Повторяем. Есть. Ну, есть фастплент. Ой-ой-ой. Фибл, мэнул, ап, бар. Фибл, мэнул, ап, бар. Диктофон. Короче. Монолог. Бани мэнул на неё, вниз по подкату, потом на эту штуку бани мэнул с неба. О, давай. Бля, ветер над ней сильный. Сильно, сильно. Ну, может, он тебя подтолкнет. Так он наоборот, мою. Было бы сложно. Ну, почти. Ну, это репетиция. Да почему? Теперь мой монолог. Короче, фибл, мэнул и на... Блядь, ты упресс. Ой, блядь, я тут ехать еще километр. Короче, загадываю то же самое. Ай. Ну, будет, будет. То же самое. Ой, блин. Ветерок подул. Могло же быть. Как две попытки, короче, теперь в обратную сторону делаю. Ход конем. Или быком, Андрюха, бык. Фиба лаббар. Вот это экшен. Блин, ну, респект за волю. Что, придумал? Ну, я на УЗИ попробую. Да ну нахуй. Чё я спрыгнул? Идиот! Как
обычный. Ну, короче, а я, блядь, коварный план. Ну, да. Мэнул по нижней ступеньке, потом по верхней, ну, да, потом, потом опять. Потом... Короче, вся та же фигня, да. Только ступеньку еще добавили. Классическая схема. Но это сложно. Ну да. Ну давай еще раз на УЗИ попытаем. Шмидт? ISP. А, да. Я еще не выучил название, скажи, ISP по грани. Ну да, мы новички на самом деле, но это видно. Сложно не догадаться. Точнее, старички на пегах новички. Ну, да, походу. О, новички есть. Ну, не до конца, наверное, не знаю. Блять, их тоже не было. Ну, переделаешь. Короче, не хочу это делать, значит, ничего не приходит в голову. Бар с подката, типа, Хуванетти, Халфкап. Ну, Халфкап с гранью. Да, ну, поясня. Че времени там так хватит? Тебе там времени-то хватит. Ага. Короче, да. Вспомнишь солнышко, поэтому время остыть. Ну что, мы вернулись. Испепеляться на солнышке. Курить? Да. Где там? Вот оно. Фибл, Мэнл, Ванетти, Лука. Ага, давай. Надо раскататься опять. Да. Опять будем учиться, я ни разу это не делал. Ванетти на Смит и Халфкап с грани получается. Давай. То, что я загадывал? То, что я загадывал? Нет, yeah. А, окей. Ну, в общем, у нас телефоны старые, память кончилась. Давай еще раз пробую Смит на Халфкап. Блин. То же самое, Фибл, Мэнл, Ванетти, Халфкап. Давай. Я понял, нас ногу зашивало, а. Короче, да, да. Давай, ноузи маленький, Смит и на Мэнл Ванетти. Короче, бар с подката и ноль трешка вдруг. Бля, там же валюб. А? Алюб же надо будет делать. Ну давай, мясо. Попробуем как-нибудь так вывести. Давай. Оу, ну кстати, ну блин, близко было, скорость близко мало. К лестнице. Ладно. Ну да. Близко к ней было? Ну как будто да. Ноликов. Как хочешь. Ну, давай Ванетти на граньку и Халфкап с граньки. Let's go. Бля. Кстати, на Смит можно. Да, на туре. Ну, попробуем. Ну, нормально, криво, в принципе. Криво, коряво. Ну, считается? Ну, вообще, да. Ну, все, давай. Где вообще? Ай, почти. Фибл наверх. Мэнул. Ванетти. Как я делал без пулкапа, типа? Да. Да, блядь, а, ты вверх? Да. Фаталити. Мотел вип. Мэнл вип по граньке. Ох, жесть. Для меня точно. Эй, ну, сделаешь. Я думал фибл, типа мэнл, фибл и барчика. Давай. Давай. Thank you.
Тоже ну, байк играть собрался? Да. Но он, видимо, это прячется от солнышка. Вообще прыгни туда. Талисман. Чувак, давай это рэпчик. Так, фаталити номер два. Ой-ой. Ты что снимаешь? Короче, правильная тактика уничтожения випом. Мэнул. Мэнул. Фибл мэнул. Фибл бар. Бля. Ванейти на фибл на свой ванейти. Тоже не делал. Эй. Фибл, мэнул, ванейти, кавкапи. Хорош. Главное сделать, я точно не сделаю. А мэнул бы стать. Ну да. Эх, эх. Дай вот эту шляпу в 180 на грань и на смит попробуй с толка. Давай. Ебать, я чуть застопорил так. Короче, фибл, мэнул. Надеюсь, я доеду. Ноль и на смит. Давай. Опять скорость, мам, блядь, хард, half cup, tail whip. Бля. Блядь, ты что? Так то же самое. Фибл мэнул. На ноле, на смит вроде. Куда поехал? Кого? Я же на ноле смит хотел. Да я понял, но я не с очко подумал. Ну блять. Давай ты тоже какой-нибудь что-нибудь, что я не сделал, похуй на запорку. Ну, ноль кап. Ну давай, вон эти бар ноль кап. Нет, это жестко. О, вертолет. Короче, Влад делает вон эти бар. Half cup. Ноль half cup. Фибл мэнул. Half cup. Чтобы вы могли подумать, випов не осталось. Пришло время бар спинов. Блин, ты куда тебе? Смит на мэнул на ванете. Ванете, халкап, элли. Где я должен же уже сделать? Да, пора бы уже восстановить справедливость. И закончить эту игру. Да. Да, фибл мэнул, ты упрес и налей кап.
В угол? В угол, блядь. Ага. Что? Делаешь. Рэп. Блядь. То же самое. Feeble Manual Table Press. Ноль хавкап. Блядь, на меня походу едут. Ну все, Ива. Загадал, наконец-то. Ура, победа. Верю. Я поход проебал. Так, у Андрюхи три попытки, повторяет. Малькап не очень делает, говорит, но должен сделать. Блин, номер два. А сейчас ходов норм должно быть. Так, третья попыточка. Ну ты как будто не старался. Ну ты поддавался, победа. Согласись. Ты VIP просто не делал для меня. Поэтому могу... Я сделаю прямо сейчас. Давай. Я выиграл нечестно. Да и не выигрыш и дело. Классно покатались. Чик. Вот и все. Вот и я проиграл. Е. Е. А.